Добрый день! Тут Игор. Следуйте видеопригляд о проекте Skyway в домашнем формате. В том, кто в Дании увидите. Светлана Волошина призрадила, которые краины привели зауем о Skyway, а ако пандемия овплинила развой проекту. Замеснанцы сполучности Unity Strain Technologies зачали приправы на сертификацию Юнибусу в Европской Унии. Вышли две новые видео с подробным анализом предностей Skyway. Позримся на титул удалости подробнейше. Светлана Волошина, ведутся отбору развоя подникания сполучности Unity String Technologies, в новом видео говорила о том, ако пандемия овплинила працу сполучности, а чо робі отделение адресных проектов днес. Подле Светланы, са почас пандемии звышил допит по малых обеспеченных доправных простредках. Технология Skyway праве же сполняет эти критерии. Конкретнее, одна из перспективных областей развоя є безпечна накладна доправа. Ті, хто возить лохнеї водіч, который би могло способити негоду, а ніяко вплинуть ефективність бізнесу. Припомніньмо, що спеціалісти з проєкту днес вивіяють накладний юніконт на приправу наморних контейнерів без участі чоловіка. В розговорі Світлана теж познаменала, що тато технологія днес притягує позорність по цілому світі. Недавно са жадость острунову доправу об'явила ай в білоруську, де знаходиться главний виробний завод Skyway. На кінці розговору Світлана увірила, же проекту са подарила знижить одну из главных ризик технологически. Ведь технология Skyway уж приход за тестованием и сертификацией на уземе экотехнопарку, где успешно подтверждает свою эффективность. Целый разговор со Светланой Волошиной найдете на отказе в описи под видео. Заместнанцы отделения Колаевых возидел сполучности Unity String Technologies зачали приправы на сертификацию Юнибусу U4212 в Европской Унии. Одним из приправных этапов є сбер потребных удаев, которые будут потребны на подтверждение суладу всех систем Юнибусу с пожадавками нормативных документов. Тето удаи загрняют упольный опис конструкционных специфик принципов функционирования Юнибусу, а его еднотливых прывков, браздовую систему, систему взабеспечивающих погиб, дверовую систему, а многих дальших. Припоминаем, что сертификация є одно из найдвулежитейших этап процессу приправы возидел на коммерческую реализацию. В тейто фазе са подтвердзує безпечность доправы, а сулад со штатными нормами. Схвалена сертификация подтвердзує, что Юнибус U4212 сполня безпечности нормы в доправы в Европе. Информационный сервис Skyway уверенил две новые видео с подробным приглядом главных предностей струновых технологий. В первом видео садозвете пречо экзистует только другов тратевых структур предоправу Skyway. Припоминаме, же в скушобном центре струновой доправы в Белоруску є 5 другов трати на рвозные учелы. Така та розманітость структур уможнює вибудовать Skyway не лен в месте, але ай на местах с отличным природным разом. Каждая тратева структура ма свои властные выужития. Например, привиснута тратева структура є вгодна при меньшей другой доправы. А вшак туга, альбо носникова тратева структура, уможнює приправу тяжких бремен аж до 40 тонн. В другом видео садозвете подробности о том, ако є успособлена технологическая закладня Skyway, струнова колайница. Припоминаємо, же внутрі струнової колайниці су зв'язки предп'ятого оцелого дроту, а спеціально виповнені. Тата конструкція уможнює поставити сувіслу, а ровну драгу по цілій дошці цести. А хочете спознати в'яц інформацію о предностях Skyway, клікніть на отказ в пописі під відео. То були предмішок вшитки справи. Пригласуйтеся на отбір нашого каналу, а запніться опозорнення, аби сте не примешкали дальші видання. С вами был Игорь Луцевич. До видения, а на следующем.